Окончание реконструкции поликлиники номер 1 Центральной районной больницы ждут все одинцовцы. Для муниципалитета это без преувеличения один из важнейших объектов здравоохранения. Глава округа Андрей Иванов провел на стройплощадке выездное совещание с подрядными организациями и медиками. Строители укладываются в сроки, работают быстро и качественно. Однако в ходе инспекции были сделаны важные замечания. В проекте благоустройства, как мне кажется, пока недостаточное количество парковочных мест. Попросил проектировщиков и подрядчиков на это обратить внимание и внести какие-то разумные коррективы, чтобы пока еще проект благоустройства не стали реализовывать, чтобы там появилось дополнительное парковочное пространство, потому что мы четко понимаем, что наша поликлиника будет работать на весь городской округ. Это 1500 посещений в смену. Реконструкция старого корпуса должна завершиться в январе, строительство нового – в апреле 2020 года. Помимо поликлиники, проектом предусмотрен дневной стационар. Прием будут вести узкие специалисты. По поручению главы муниципалитета дополнительно будет проработан вопрос транспортной доступности медучреждения. Сейчас наша задача вместе с Минздравом четко определиться с поставкой мебели, поставкой оборудования, чтобы к введенным ввод корпусам подошли соответственно мебель вместе с медицинским оборудованием и вовремя были установлены, чтобы здесь тоже не было никаких проволочек, простоев, и объект готовый в строительной части сразу можно было вводить, так скажем, медицинскую эксплуатацию. Андрей Иванов отметил, что в поликлинике будет установлено самое современное оборудование. Такая комплексная реконструкция лечебного учреждения стала возможной благодаря профильным региональным программам и поддержке губернатора. И поликлиника, и стоматология, и централизованная лаборатория. Это просто меняет принципиальный подход к лечебному процессу. Мы увеличиваем количество услуг, мы увеличиваем качество услуг. По словам Игоря Колтунова, новые методы лечения, профилактика заболеваний в совокупности позволят снизить число госпитализаций. Добиться этого результата поможет грамотная амбулаторно-поликлиническая помощь, оказывать которую будут именно здесь, в поликлинике номер 1 Одинцовской центральной районной больницы. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».